Всем привет! 12 июня, праздник. Вчера мы с Володей поймали 16 щучек и решили не менять место лова. Возвращаемся в третий раз на озеро. Ой, можно сломать хребет. Поймал кучка. Старается парень. Догоняет, хочет все-таки быть чемпионом. Промахнулась. Щук душить щучкой. Ловко окунем душить, да? Ой, не получилось. Ой, дубль второй. Чик, заброс. Прогон. Куней наловил, на удочку столько не ловится. Вот еще. Это что? Это он. Он в размер, вот видите, вообще один к одному. Полируйте ваши снасти. Отпускай немножко. Пиво-то не надо нам взбулькивать, оно и так. Она хорошо заложена. Помучайся тогда. Я же свой рюкзак не взял. Да. А там же эта штучка. А что ты его не взял? А что там у тебя еще? Ничего там нет, на дереве есть. Ну, сейчас будем доставать что-то. Сегодня мы все-таки решили оплыть полностью это озеро. Мы поставили план поймать 10 штукарей. Да. Вон, план потихонечку выполняется. Вон там эти лопухи хорошие. Оп, был выход. Промахнулась. Даже не знаю, кто. Пацак хороший. Да блин, этот пацак. Тихо. Упс. Вована рекордсмен сегодня. А как его доставать? Это твои проблемы. Смотри, зубы у нас будут. Страшный подсак. Четыре штуки.
чтобы им отомстили, то, что две ушли на нас. Не знаю, за что мы тут мстим, но шею-то мы переломаем. Опс. Простите, на камеру, но по-другому никак капец, нельзя. Нету бедра. Отцепил я воблерка и проплыли немножко дальше. Хорошо, тяжкий поп получился. Замечательный. Заманчивый. По-моему, здесь, наверное, речка какая-то сейчас вытекает. Это мне так кажется. Мы здесь первый раз. Ну да, что-то есть такое вот. Вот Вова уже тащит что-то. А я нет еще пока. Бревнышко какое-то опять тоже зацепил. Не торопясь. Бублипоп, не надо так, ты что делаешь-то? Фу. А ее так воцали, ее так воцали. Там, знаешь, какой гигант. Тихо, она понятно, но у меня-то еще закинута снасть. Ой, она вся погрызана. Сейчас она выскочит у тебя. Не выскочит, я не дам. Вся перегрызана. Она, это зверь. Она злая на тебя. На кого-то она злая. Да, на кого-то. Кто ее это грызл? Кинь там. Приходит, значит, какая там должна быть рыбина. Если твоя покоцана вся. Ай. Ай. Она здесь прочная. На этом, на речке она как-то пошел, проще ломает. Пошел второй пакет, покажи. Зачем? Зачем? Второй пакет. Вторая половина кузова. С Андрюшкой, чтобы не понимали примерно, как тут дела обстоят. Ну, интересно, да? Ой, бедные воблера наши будут. Убиты, перебиты все, да? Вот оплыли, вернее, заплыли самый дальний конец озера. Сейчас нам возвращаться. План дня 10 щучек мы выполнили. Два раза, наверное, перевыполнили. И перевыполнили. Сейчас вот нам ветер. Ветер помогает. Опа, промахнулась. Опа! Опять промахнулась. Аквариум. О, нас согреет солнышко. Какое-то бревно поймал. Небольшое. Торпеда какой-то. О, мы тут все так напряглись. О! Расслабон. Не, при чем здесь камера? Просто отпускай. Все, отпустил, молодец. Че еще мучаешь ее? Гладишь? Гладишь?
Успокоил, да? Такой стресс, блин. Ну да. Такой стресс, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой. Ой. Простите. Как же так? Все крючки снизу. Ну что так с вами? Вот видите, кто будет теперь спорить? Блин, зря сказал. Хороший был окунь. Вот тащил. Ну, у меня окунь ушел, у тебя этот. Я тебе предложил, у нас радикальный есть. Столик пока не оправдается. GoPro снимай в видео. Маленькая. Нет еще? Было, трава была. Предыдущую щучку поцеловали, отпустили. Да, трава. Тут еще вчера же это самое, помнишь? Все и мелко. Все равно тут трава еще. Окошечко в нем стоит. Трава, вот. Травянуха такая. Погода поменялась или его перестала? Потому что сегодня было. Похожу сквозь траву. Я ее оплывать не хочу. Все равно не такая кучность боя, как была. Небольшое, ну что-то. А может большое? Сопротивлялась очень сильно. Шла? Угу. Не хотела со мной сотрудничать. Ну что, на сегодня рыбалка закончена. Сейчас собираемся. Всем спасибо за внимание. Собираемся, заводимся, уезжаем. Пока-пока, озеро Белое. GoPro стоп видео.